обещали. Василиса откроет то, что нам в ленте подарили. Миниатюрки. Вася, как-то мне тебя подать, что ли, отойти? Он там снежи еще пришли. Лохматые, только сейчас шапки сняли. Давай, открывай, разрывай пакетик. Ну, я же тебе показала, как. Надрывай просто. Ну? Так, вот так? Да. Сергей Витальевич, помоги ребенку. Так. Что там нам положили? Какая интрига. Вау, это что такое у нас? Это что? Я даже не вижу, не прочитать. Это какая-то малоежка. Давай другой открывай пакетик. Там больше. Сергей Витальевич, посмотри, что такое положили. Да. Это я не знаю, что у них за акция такая. Но я, кстати, видела, тут обзор снимал тоже. У них много-много таких штучек им дали. Наверное, побольше нашего всего купили. Чего со вкусом клубники? Так, а это что такое? Зева, туалетная бумага. Это что, игрушки, что ли? Какие-то игрушки, да, наверное. На пакетиках написано, что это такое. Мы как дикари. Вау! Приходи, собери, играй. Приходи, собери. Слушайте, для магазинчика самое то. В магазинчик-то играете? Да. Вот, самое то, это у вас товары будут. Да, ты зачем распаковываешь-то? Ошибок. Смотри, что такое там внутри-то. Да игрушка пластиковая, вот испортил детям игрушку. Сергей Витальевич, не умеешь ты играть? Да что это такое? Надо папу в угол поставить. Не надо. Не надо? Ладно, давайте всем пока-пока. Всем пока-пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Да, а мы будем баечки сейчас, да, уже? Время много? Все, вы зубки чистили? Нет. Все, бегом, бегом зубки точить. Пока-пока.